оно должно служить наглядным пособием для всех жителей Гагаузии, как выполняет взятые на себя политические обязательства лидер политических партий из Кишинева. Это своего рода такой урок должен быть нам. Вместе с тем, должен отметить, что депутаты, подписавшие этот договор, сами того, видимо, не ожидая, даже, видимо, не могли предугадать, какую добрую службу они сослужили своему народу этим документом. Теперь некоторые политические деятели неадекватные берут и рвут этот политический договор на глазах у большого количества людей. Но для того, чтобы рвать существующий договор, во-первых, как минимум должна быть подпись того, кто его подписал. Он имеет моральное право рвать договор, если одна из сторон не выполняет. Но если не стоит этой подписи, не имеет морального права человек рвать этот договор. Но даже порвав этот договор, покажи новый договор. Покажите договор, заключенный с демократической партией, лучше, чем тот, который был. Те положения договора, которые были подписаны 25 депутатами, они и сегодня актуальны для Гагаузии. И важно, чтобы эти пункты были выполнены, потому что они укрепляют молдавскую государственность, способствуют тому, чтобы все те сложные вопросы, которые остались нерешенными после принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии, были решены цивилизованным путем. А пока мы видим, что сестра этого политика получила должность советника председателя молдавского парламента, а брат получил неограниченную финансовую возможность на свою избирательную кампанию через 2 года. А что получила Гагаузия? Покажите мне этот договор, который они подписали, новый. Нельзя рвать старый, не получив новый. Давайте выполнять старый. Не выполнять старый, все, давайте новый. Вдруг там будут в новом договоре положения гораздо лучше, чем в том договоре, где 25 депутатов подписались. Тогда мы все вместе дружно будем помогать демократической партии реализовывать этот договор. А пока договора нету. Я внимательно его изучал. Но там все самые хорошие, самые нужные пункты для нас. Это и решение Приднестровского вопроса, это и таможенный союз, это и сохранение развития гагаузского языка, это и второй русский язык. Это то, все положения, которые ведут к укреплению молдавской государственности. Нельзя вот эти документы, важные документы, которые имеют большое значение для Гагаузии, нельзя так поступать с этими документами. Это наша история, надо к нему бережно, с уважением относиться. Это путь и позитивных перемен, путь и ошибок, мы должны все это учитывать. А играть на публику, уничтожать какие-то документы, ну, по меньшей мере, несерьезно.